Солнечные дети, так их называют, мягкие, глубокие, добрые, они как солнце своей улыбкой освещают все вокруг. Специально для них отделение неврологии и рефлексотерапии Реацентр совместно с Калининградской епархией вот уже во второй раз организовывают праздник под названием «Лучше вместе». Яркие выступления молодежных коллективов подарили множество положительных эмоций как детям, так и их родителям. В этом году мы запустили благотворительный марафон «Поделись сердцем с другом». Цель марафона, чтобы больше людей узнали о том, что есть такие семьи, которым нужна помощь. В прошлом году наш центр пролечил 10 деток бесплатно. И в этом году мы также готовы выделить средства на лечение. При нашей организации существует общественная организация «Здоровый малыш», которая открыта для таких семей и готова помочь. И если больше людей будут знать о том, что есть добрые люди, открытые сердца, ну, мир, наверное, станет просто добрее и лучше. Находимся мы по адресу проспект Победы, 70А, телефон наш 335705. Обращайтесь, ждем. Перед Богом мы все равны. Дети с синдромом Дауна такие же, как и все. Ведь ошибок, в том числе в количестве хромосом, у Господа не бывает. Они всегда дают пример радости, нам много улыбаются, то есть дают утешение своим родителям, окружающим. Бытует мнение о том, что дети с синдромом Дауна остаются прикованными к родителям до конца своих дней и что они никогда не смогут жить полноценной жизнью. Но это не так. Люди с таким синдромом вполне могут быть самостоятельными и успешными, несмотря ни на что.